на мехмате МГУ главная команда «Локомотив». Это команда умных ребят. В 2002 году, когда «Локомотив» впервые победил, я стал в этом движении участвовать, даже на выезды иногда ездил. Я очень хорошо помню один выезд. В 2004 году мы ездили на фактически чемпионский матч. Шинник «Локомотив». Алексей Владимирович, как мне кажется, да, покажет вам, как математика применяется, используется не только на уроках, но и как ее можно применить в обычной жизни, но то, что вам близко будет. Да? В футболе. Да. Именно в футболе. Если ты живешь со знанием, ты его используешь. Команда А набрала X очков. Это значит, что моя команда прошла в следующий этап. Каково минимальное X? Для того, чтобы вы были в этом точно уверены. Математику уже для того учить стоит, что она ум в порядок приводит, сказал еще Ломоносов. С 9 очками команда уже точно проходит следующий этап. Ага, 12. Эта версия гораздо более близкая на самом деле к правде, но все еще не она. Но я утверждаю, что если 13 очков, то уже можно спать спокойно. Как это доказать? Сколько очков вообще разыгрывается во всех матчах? 36, да? Предположим, что команда, набравшая не меньше 13 очков, вылетела в Лигу Европы. А вот тогда у каждого из них тоже 13 или больше. Тогда сколько в сумме они получили очков? Противоречие. 39 не бывает. И таких двух команд не может быть. А следовательно, команда, набравшая не меньше 13, заведомо проходит следующий этап. Дети вообще хорошие. Если ты их заинтересовал чем-то, они будут слушать. Мне было с ними приятно провести время. Ну вот, друзья мои, вот, собственно, я хотел вас немножко познакомить с математикой футбола и пожелать вам побед. Идея в том, что математика, она для всех. Я просто хочу, чтобы вокруг нас было как можно больше людей, которые просто ею интересуются.